Давайте поприветствуем Александру. Александра представляет компанию Coca-Cola и расскажет нам о том, каким образом вообще разные корпорации могут обучать людей совместно. Это очень интересно. Здорово. Пожалуйста. Я готова. Можно кликер? Здравствуйте, коллеги. У нас, видите, какой удачный стол здесь, столько победителей. Я как раз оттуда, поэтому, надеюсь, мне тоже сегодня повезет. И вам будет интересно. Свое выступление я хотела бы начать со слов великого Генри Форда. Собраться вместе — это начало. Держаться вместе — это прогресс. А работать вместе — это успех. Меня зовут Александра Мин, я эксперт по развитию профессиональных компетенций функций supply chain компании Coca-Cola. И сегодня я расскажу вам о том, как мы стали работать вместе с крупнейшими компаниями отрасли, создав объединенную программу развития для менеджеров в логистике компаний. И наша программа, наш проект называется Supply Chain Leaders. Развитие без границ. Можно только вопрос техникам. Я управляю или вы управляете? Я управляю. Хорошо. Собственно, я думаю, что многие из вас уже миллион раз слышали о том, что мир меняется очень быстро. Информация вокруг нас действительно очень различная, и в этом потоке информации трудно найти что-то действительно стоящее и нужное. И, конечно, все мы с вами понимаем, что успех бизнеса в условиях этих изменений зависит от того, какие люди управляют данными изменениями и внедряют нечто новое в организациях. И мы задали себе вопрос, как? А как сделать, как развить наш персонал до такого уровня, чтобы они не боялись данных изменений, были открыты новому, не боялись выходить за рамки, за границы вот этого